Дорогой дачник, сегодня у нас 24 июля 2022 года. Сегодня мы будем собирать ягоды. Вот это у нас остался кустик черной смородины, черный жемчуг. В этом году он и слабый у него прирост. Он старенький, надо его обновлять. Ну так, кое-что есть. Вот, смотрите. Ну, может быть, сейчас солнце светит, ничего не видно. Ну, ладно. Так, вот это у нас яблоньки. Вот это куст красной смородины Джонкер Вантец. У этого куста я его обновлял. У него тоже слабенький прирост, но это из-за урожай. Все питание ушло на ягоды. Ну, вот, посмотрите. Все питание ушло на ягоды. Ну тут, конечно, есть чем поживиться. На компот для зимы хватит. Вот это кустик красной смородины лучезарная. Ягод на нем мало. Ну вот там кое-где есть. Вот. И вот здесь вот кое-где есть. Но вот смотрите, нет урожая, зато какой большой прирост. На следующий год тут будет все в ягодах. Ну далее у нас один крыжовник. В основном это черносливовый. Вот это старенький кустик. Вот. Ну, смотрите, вот веточка одна зацепилась за рабицу. Ну и вся, короче, в ягодах. Да, уже ягоды поспели. Можно собирать. Можно собирать. Безусловно. Вот это у нас молоденький кустик. Это мне знакомый дал. Вот это черносливовый. Снова. Ну тут он молоденький. Вот у него мощный прирост. Ну и немножко плодоносил. Вот. Смотрите. Сейчас я подниму. Ну и также этот кустик сорта черносливовый. Здесь немножко приростики есть, но так небольшой. Ну потому что ягод много, понимаете. Сейчас на солнце, ну особо не видно тут. Но вот если приподнять вот это все хозяйство. Ой. Отрывается, вот видите. Ну нормально, нормально. И вот этот кустик. Ну в основном у него ягоды, прирост слабенький. А вот у меня тут есть саженцы. Я прикапывал осенью веточку. Ну это для размножения. И вот у нас саженцы. Это по осени потом рассажу. А так, смотрите. Сейчас я веточку подниму. Ну, нормально. Да нормально. Мы даже и не заморачиваемся. Мы благодарим все растения за то, что они для нас вырастили. Желаю вам таких же урожаев ягод. И в этом дачном сезоне, и на будущие сезоны. Но главное, выращивать для кустарников почву. Вот как видите, все у меня замульчировано. А в живой почве все растения растут сами. Напомню, сегодня 24 июля
2022 года. Все, пока-пока.